Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам показать заказ по 13-му каталогу Avon, который я только-только получила. Вот такой вот каталог. Что же меня обрадовало и разочаровало? Первое, что я хочу вам показать, это вот такое вот масло. Когда я открыла эту коробочку и увидела это масло, я была очень удивлена. Оно должно было быть у меня не такое. Должно было быть светлое, светло-светло-розовое. Я сначала открыла свой блокнот и начала смотреть там, что я, вероятно, что-то напутала опять, не тот номер написала. Потом я открыла каталог и смотрю, то, что у меня написано в каталоге, то написано в моем блокноте. И вот такой вот номер 68178, вот этот номер. А масло мне прислали вот такое вот. Я очень удивилась. Но потом я решила взять каталог новый и полистать, что же это за каталог. Ну, в принципе, я подумала, что ну ладно, ну какое пришло, такое и пришло. Но когда я открываю новый каталог, 14-й, что я здесь вижу? А вижу я вот такую вот картинку. И на вот этом вот флакончике написан номер, тот, который я написала в заказе. А на светлом совершенно другой. В общем, в обоих каталогах перепутаны номера. Так что, если вы будете заказывать себе, уточняйте у своего представителя, что же вам пришлют. То, что вы хотите, или то, что вам перепутано там в каталоге. Но сейчас вот я нанесу на губы себе, и мы посмотрим, будет ли это очень яркий оттенок. Я специально не накрасила сегодня губы. Масло это, конечно, не для того, чтобы макияж сделать, а для того, чтобы губы просто напитать. Я тут в зеркало подглядываю. Вот так вот блестят мои губы. Но оттенка, такого вот ярко выраженного оттенка нету. И это хорошо. В принципе, даже если бы он и был какой-то яркий оттенок, я бы не очень расстроилась, потому что куда-то выходить с этим маслом я не буду, потому что масло, ну, в принципе, оно предназначено для дома. Тогда, когда у вас уже губы без помады, их просто надо увлажнить, напитать, потому что губы тоже нуждаются в уходе. Следующий мой заказ – это вот такая вот палеточка. В палеточке здесь хайлайтер. У меня уже такой есть, поэтому сейчас я вам просто покажу вот так вот. Это посмотрела моя приятельница, ей понравилось. И она попросила тоже заказать ей такую вещь. Вот моя палетка, я ей уже давно пользуюсь. И сейчас я вам покажу, для тех, кто не видел в прошлый раз, какие здесь оттеночки. Надеюсь, что оттенки моя камера передает. Оттенки моего хайлайтера. Я этим хайлайтером пользуюсь и как тени, и как хайлайтер. В общем, на все случаи жизни. И мне он очень нравится. Он прекрасный, он не пылит. Прекрасно наносится, очень мягко.
Ну, замечательная вещь. Я просто не нарадуюсь. Следующий мой заказ – это вот такая вот тушь. Тушь черная, Color Trend. Это моя незаменимая тушь. Я постоянно ее заказываю. Я что-то пробую новое. Вот хочется и в Faberlic, и в Avon, и где-то в белорусскую какую-то косметику приобрести. Но я постоянно возвращаюсь к этой туши, потому что мне нравится. Вот она у меня моя старенькая. Мне нравится, как она наносит. Вот такая вот здесь кисточка. Такая вот небольшая, но классическая кисточка. Она очень быстро наносит тушь. Если вам надо куда-то торопиться, то это раз-два, и ресницы у вас есть. Также у меня в заказе есть Today, но как же без него? В этом каталоге он подешевле, и, естественно, моя приятельница заказала его в запас. Но я думаю, что в следующем каталоге она увидит, что там есть соточка, и дешевле, чем этих 50, и будет заказывать опять. Ну, пусть заказывает. Но человек любит этот аромат, человек пользуется, у нее пахнет в ее бутике, когда она идет по коридору, от нее излучается аромат этот, она его любит. Она не пользуется никакими другими ароматами. Вот как мы пробуем и тот, и другой. Бывает, хочется чего-то новенького попробовать. Она никогда не пробовала. И вот сколько я ее знаю, сколько я занимаюсь Avon, сколько я делаю эти заказы, она только эту водичку использует. Еще одна моя приятельница заказала вот такую вот водичку от Кинзо. Она запечатана, конечно, я ее не открою, но я покажу вам свою, для того, чтобы вы могли посмотреть, какая там бутылочка, какой там флакончик. Я тоже долго никак-то не решалась, потому что водичка дорогая. Дорогая, заказывала только миниатюрки, и мне нравился этот аромат. Правда, он очень нежный, очень легкий, но очень-очень вкусный. И флакончик вот такой вот, ну, прелесть. Очень приятно держать его в руках. Вот это вот звездочка, цветочек такой, очень красивый. Так, где это тут? Где это тут? Ой, девочки, ой, развеется вообще. Но такая прелесть. Тоже аромат шлейфовый. И стойкий. Мне нравится этот аромат. Это вот последняя моя новиночка. Что же у меня здесь еще? А еще у меня два вот таких вот флакончика. Один для себя, второй для еще для одной приятельницы. Это Little Black Dress. Маленькое черное платье. Вот такой вот флакончик, 10 мл, но здесь не распылитель, а вот такой вот шаричек. Он очень экономный, но немножечко вот как-то водичка жирновата. Вот мне вот это вот не очень нравится. Но вот сейчас он был по хорошей цене, и у меня черное платье, это маленькое черное платье в большом флаконе закончилось, и я решила, что мне такой вот флакончик надо. Очень люблю. Тоже маленькое черное платье, очень люблю. Ну вот и все. Вот такой вот у меня маленький заказик. Конечно, я получила новый каталог, это в котором я уже заложила, чтобы вам показать, рассказать про это масельце. Кстати, масло имеет такой вот сладковатый вкус и какой-то вот, ну, вот я сейчас перебила ароматами, водичками, я уже не очень его ощущаю, а когда я по первый раз нанесла его себе на губы, то я чувствовала какой-то вот привкус каких-то фруктов, но я никак не могла понять, но сейчас я тем более не понимаю, потому что я уже вокруг меня витают ароматы водичек. Вот такой вот новый каталог я получила.
Здесь интересная сыворотка для лица с витаминами. И каталог, конечно, я для вас полистаю, но это уже будет потом. А на сегодня все. Вот весь мой заказик. Надеюсь, вам было со мной интересно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось, конечно. Ну вот и все.